Давай для начала определимся, что такое, кто такой Союз. Почему такой никнейм? Это не мой никнейм, придумал его не я. Есть такой битмейкер вроде, и у него был этот псевдоним Союз. Так как он мне понравился, я его забрал себе, и теперь я Союз. То есть ты пират, получается? Да, я пират. Отлично. Расскажи немного о себе. Откуда ты? Где живешь? Мне 21 год. Я из города Омск. Угу. Все. Все. Как давно ты играешь в доту и как давно ты на профессиональном уровне это делаешь? С 2016-го играю в доту на профессиональной сцене не так уж давно, как начал играть за Team Empire. А тебя откуда вообще украли-то? Это была команда Marlerina eSports. Так. Это получается тир 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Такая вот команда. Ну, то есть, ну, мы старались играть серьезно. Ну, серьезно турниры, все такое, но вроде не получалось. То есть это не тир-1 команда, не тир-1, не тир-2, не тир. Ты вообще как расценил все это дело? Все приходят и говорят, пойдем в Empire играть. Ну, когда все получилось так, что добавил меня Korb3n, а я играл в эту минуту на лане. В Москве. Это был турнир KFC Battle. Крылышки острые, но я не поел крылышек, никого не угощали, когда я пришел, все съели. Я был недоволен. Я сижу на сцене, играю, и у меня оповещение. Korb3n добавляет вас, друзья. Мое первое впечатление? Да нет, это ошибка. Спустя несколько дней, когда закончился турнир, я его добавил, все мы разобщались, он предложил потеститься. Вот так все и началось. Да, то есть, ну понятно, что тебя нашел Дима. Да, ну он мне сказал, что я и тренер, тогда я еще не знал, что это Жотом, давно за тобой следим, так-то, так-то, ты вроде подходишь, давай попробуешь. Я сказал, хорошо. Угу. Хорошо. Что для тебя принципиально изменилось с приходом в Team Empire? Да, в общем-то ничего, наверное, больше какие-то обязанности в команде. Ну, так-то ничего, в общем, ничего не изменилось. Просто, ну, я стал серьезнее относиться. Ты когда-нибудь играл с тренером? Нет. И что ты скажешь на все это дело? Ну, вроде полезная штука, так. Но я точно не до конца это осознаю. Вроде пикает, вроде что-то делает, а вроде нет. То есть нужно время, чтобы понять, полезно это или нет. Тебя спрашивают, на ком ты играешь? Или ты иногда спрашивают, какой лучший герой будет. Например, предлагают несколько героев, спрашивают, какой лучше. Иногда спрашивают из всего пула, например, из моих взглядов, какой герой здесь будет лучше. Иногда не спрашивают. Ну, это довольно-таки банальный вопрос, но раз ты только что влетел на про-сцену, я должен его задать. Как твоя семья реагирует на то, что ты делаешь? Ну, наверное, сейчас, не знаю, раньше моя семья относилась негативно к этому, то есть они люди такой старой школы, то есть компьютер это такое для них, то есть что-то новое, поэтому сейчас, наверное, они относятся к этому более-менее, даже поддерживают меня иногда. Ну, вот так как-то. Ты сразу стал четверкой? Нет. Или... До того, как я стал играть на четвертой позиции, я исполнял роль оффлейнера. И как тебе? Да, первое время мне нравилось, потом мне надоело терпеть на линии, ничего не делать. Это еще был период, когда ты стоял один, иногда к тебе приходила трипла, и ты такой, парни, ну я тут потерплю, вы выиграете. И мне это надоело, захотелось что-то поменять, и я решил сесть на пост-фо. А есть ли игроки на про-сцене, на которых ты равняешься, или за игрой которых ты следишь? Это определенно Immersion. Ты прям именно вот прям... Я не слежу за его игрой, но его игра мне нравится. А если брать из тех, кто... Ну, я, конечно, могу быть банальным и говорить там GH, Xerox, там кто-то из китайцев. Но так как я не настолько банален, я скажу, что это Immersion. А чем Immersion так тебя цепляет? Не знаю, просто очень... Все, что я знаю про Immersion, это Bounty Hunter. Все, что я знаю про Immersion, это Bounty Hunter. Bounty Hunter. Больше о нем я ничего не знаю, ну просто мне нравится, как он играет. Если у тебя друзья среди проигроков уже есть? Именно среди проигроков, наверное, у меня нет друзей. Среди таких более ноунеймов, так сказать. Тир 3, тир 4, вот таких. Таких много друзей. Тебе часто говорят, что ты похож на Пашу? Ты второй. Кто это говорил? А кто был первый? Это был НС. На турнире KFC Battle. Ты, кстати, если что, похож и на НС тоже. Это мне никто не говорил, но это я сам замечал. То есть я теперь первый, получается. Какой цвет волос твой родной? Русый. А что ты решил? Ну, я решил, что нужно что-то менять в своей жизни, и нужно это начать с цвета волос. Хорошо. Ты хоть раз был близок к тому, чтобы выползти из открытых квалификаций? Возможно, самое близкое, где это был полуфинал. Но... Вот здесь? Нет, до этого еще был полуфинал. Не скажу точно, с какой командой и на какой турнир, но точно знаю, что это был полуфинал. Угу. А ты вообще на ланы ездил когда-нибудь? Да, ездил, но не на крупные ланы, а на такие... Ну, межгородские, где там команды не очень сильные. Какой у тебя винрейт на маленьких ланах? Победы на этих ланах? Ну, есть? Больше 50% точно. То есть ты брал ланы какие-то? Конечно, да, конечно. И каково это? Ну... Быть самым сильным в Омске? Или есть сильнее? Нет, есть еще один игрок. Да. Его никнейм Zitrix. Так. Он занимает топ-1 ладера. Но у нас с ним разные позиции, поэтому я не могу с ним себя сравнивать, поэтому... Но я сильнее. Жотом сказал, что ты лучшая СНГ-четверка. И он сказал, чтобы это люди воспринимали без рофлов. Ты что об этом думаешь? Со временем мы увидим, но я еще заявлю о себе как о лучшей четверке, это точно. Следующий интернешнл будет в Шанхае. Ты не расстроился, что он будет в Шанхае? Ведь ты наверняка очень хотел в Сиэтл. Мне абсолютно все равно, где выигрывать и кого выигрывать. Главное на него попасть. А там уже посмотрим, где, когда, кого. У тебя есть сигнатурные герои? Есть. Вот кого должны банить и команды, увидев тебя в составе вражеской команды? Землю. Потому что так как я бывший футболист, я умею обращаться с камнями и с мячом. Самое странное название команды, в которой ты играл когда-либо? У Модена это сибирские валенки. 2-7, 2-6, 1-5. 2-7, 2-6, 1-5. Скорее всего, это буквы. Нет, это был рейтинг игроков, которые играют в этой команде. Это было 2 игрока 7 тысяч, 2 игрока 6 тысяч и 1 игрок 5 тысяч. И это название мы придумали, когда сидели в каком-то кафе перед ланом. Мы такие, какое название? И придумали его. Где все эти игроки из той команды сейчас? Сейчас они в Омске. Остались? Да, но они играют на любительском уровне. Из всех регионов, где проходят Dota-турниры? Именно география. Вот уберем статус турнира. Вот где ты хочешь побывать больше всего? В Москве. Не хочу никуда уезжать, хочу, чтобы турнир приезжал ко мне. Хорошо. То есть ты не хочешь на Филиппины смотаться? Я хочу, чтобы турнир приехал ко мне. Я такой с легкостью в шортах пришел на лан, выиграл и ушел домой. У вас один в один с Жотмом примерно. Он также хочет тренировать в кабинках. То есть спустился, через дорогу перешел, попикал и пошел домой пить чай. Вы молодцы, конечно. Ты во что-нибудь еще играешь, кроме Dota? Раньше я играл в Fortnite, CSGO. Сейчас я ни во что не играю, кроме Dota. Правда ли говорят, что если ты профессионально играешь в одну игру, ты можешь легко играть профессионально и в другую? Или хотя бы как минимум очень круто играть? Да. Если у человека есть талант к игре, то я думаю, он в любую игру может отлично играть. А что по реальному спорту у тебя? Не по реальному, ладно, плохое слово. А что по большому спорту у тебя? До того, как стать дотером, играть в доту, точнее, не дотером, я занимался футболом, занимался успешно, занимался 7 лет и мог стать профессиональным футболистом. Ты знаешь, что Заур тоже занимался футболом? Теперь знаю. Так вот, мог стать успешным футболистом, подписать контракты, играть, но в голове что-то произошло. Я не пошел один раз на тренировку и бросил футбол. Угу. Ты просто продинамил тренировку? Просто продинамил тренировку. Единожды я ни разу не пропускал, единожды я продинамил и такой, а зачем мне футбол? Посижу за компьютером. И на какой позиции ты играл 7 лет? Я был защитник левой позиции. А какая там команда-то в Омске? Я забыл уже. В Омске есть команда «Динамо», «Спартак», «Звезда», «Шинник». Подожди, «Шинник» — это Ярослава. Нет, есть там... А еще и местный «Шинник». Да, да, и есть «Нефтяник» вроде. Возможно, еще какие-то команды есть, я забываю, но когда занимался я, были эти команды. А ты занимался в какой школе? Я сначала занимался в «Динамо», потом занимался в «Красной звезде». Твой любимый игрок в паблике? Хотел сказать Immersion, ну ладно, достаточно Immersion на сегодня. Пусть это будет. Я даже не знаю. Пусть. Пусть его не будет. А не любимый? И вот так. Возможно, их достаточно, но я не вспомню их по никам, поэтому пусть их тоже не будет. Хорошо. Если бы тебе сейчас сказали, что завтра ты руководишь дотой, завтрашнего дня, вот все, ты главный. Вот твое первое распоряжение в отношении доты. Это может быть не обязательно про саму игру, это может быть про людей, которые имеют к ней отношение. Кого-то забанить можешь, можешь кого-то поощрить, можешь... Вот что бы ты сделал? Я удалю матчмейтинг. Чтобы его не было. Чтобы люди либо играли в Captain's Mod, либо Practice. Все. Так и сделаю. Просто вот вырежешь... Да, просто удалю. Так, а как людям тренировать свой скилл? Оттачивать... Captain's Mod 5×5. Да, но ты в матчмейкинге можешь взять любого героя и тренировать его. А в Captain Mod тебя могут его забанить. Хотя сейчас тоже... Значит, тебе нужно иметь большой пул героев. А как ты его наработаешь без паблика? Ну вот каждый день будешь играть на новом герое. И что-то тебе будет нравиться, а что-то нет. А что ты будешь делать вместо паблика? Вот если Капитан Мод, вот, ну что там? Играть в CSGO. То есть ты считаешь, что вообще это не дурной тон играть в другие игры, когда ты... И на тренировках. Иногда нужно отдыхать от игры. Кто-то отдыхает по-разному. Лил говорил, что вот кто-то там из игроков Virtus Pro играл в PUBG. На тренировках, на буткемпах, при подготовке к инту или во время инта, я не знаю, я не помню. Но, в общем, играл. И ставил это в упрек. Ты считаешь, что это вообще фигня полная? То есть это вообще... Ну, иногда нужно отдыхать от доты, кто-то отдыхает по-разному. Кто-то сидит, смотрит телевизор, кто-то пьет чай, кто-то играет в другие игры. Не всегда же сидеть 24 часа в сутки и играть в доту. Ты упомянул, что играл в Fortnite. Ты пытался на нем играть на профессиональном уровне? Нет, или так по фанчику? Нет, просто по фанчику с друзьями там. Ну, в какой-то момент степени я думал, эта игра точно будет популярна, может начать в нее играть. Но потом меня убили, я такой, нет, не буду. Сколько ты планируешь играть в доту? Пока есть возможность, буду играть. Вот тебе стукнет 30-ник, как думаешь, будешь играть? Главное желание или умение? И желание, и умение должно быть точно, но если мне стукнет 30-ник, и я смогу так же хорошо нажимать кнопки, как и сейчас, как и в будущем, то, думаю, буду. Хорошо. Передавай привета. Привет, XXX123, определенно. Это кто? Это что такое? Это моя лучшая команда за все времена, омская лучшая команда. XXX123. Благодаря ей сейчас я здесь, так что им привет. Так, ну, и все. Ну и замечательно. Все, спасибо тебе большое.